домой, на работу. Не стучите, ребята, случилось конкретное зло. Набили прессу хату, устроилась пресс-хата, и тут их внезапно прорвало. Один журналюга, наслушавшись басен о смертности нашего греха, спросил у тогдашнего президента на сходом лопасен, откинувшийся с кичи МВХ. Он услышал от нашего нано за место обычного муму. Миша с Платоном, откинувшись пичмана, не буду виновасным. Что ж это с нами, сказал Миша Платону, они не уважают нас закон. Давно я мозги размазывал по бетону и мазал конкурентов на окон. Скольких порезал, а сколько перевешал, сжирая или тайно храня. Иначе, конечно, Amnesty International не стала бы вступаться за меня. Челикуют Муратов и Ясен, свободку почуяли зэка. Начальство сказало, что я безопасен, и на год скостило нам срока. А может, из Штатов пришла им открытка, конкретно поспевшая к суду. А может, забоялись, что полная сидка закончится в 17-м году. Такой безопасный и смотрит на меня Верховный суд. И дома страха белый, и Кремль от гнева красный, и шо со мной мы делать не в сосуд. Мы уйдем на волю с тобою, товарищ. Покинул Читинский наш остров, нам больше, чем дали, уже и припаяешь, а питерским светит третий срок. А там и четвертый, без всяких препятствий, 12 окрутит и братва. Насколько же они правду общественно опаснее, чем мы, отсидевшие братва. Не вступятся Штаты, не выручит Европа, скандала не окажется раздут. А если им 12 не хватит для 200,